Привет, добрый пожаловать в следующей части Дыхания огня. И сейчас его в... что называется это место? Hideout. Укрыли. Укрыли. Это мое укрыли. Укрыли и мы встречаемся с Богом, который, конечно же, в это место спросился. Нет, скрылся. Скрылся себя. Хорошо, он сказал: добро пожаловать опять, Иван. С возвращением. С возвращением, пан. С возвращением. Кто эти люди? И мой объяснял об этом. Он сказал, что это был очень тяжелый. Нет, Иван? Баба – это имя Ивана. Обе имена ужасные. Хо, говоришь, Иван. Рент, может быть, это выглядит так, может помогать с ремонтами. Но Ката, по-моему, не очень умная. Я чувствую, что если бы я позволяю ей ремонтировать что-то, будет ломать его instead. Наоборот, будет ломать его. Баба, о, извини, Иван, что, о чем вы шепчете? Мы говорим о ремонтах этого дома. Ремонта? Это очень легко. О, нет. Рандия может что-то сделать в ремонте. Пожалуйста, пойдете с Иваном, чтобы находить что воровку. Что? Ладно. Я сделаю это. Ну тогда пойдемте, Иван. Did she drag him? Мы сейчас пойдем найти воровку. Вы можете depend on us. Зависеть от нас. Yeah, I guess. It means like you can count on us, you can trust us. Вы можете нам довериться. Мы найдем ее. Funny how she dragged it. Yeah. Oh, okay. Хорошо, и мы возвращаемся до Корсера, потому что, конечно, я думаю, что у нас миньор, нам нужен что? Информации, более информации, более след, более... Больше. Больше доказательства, больше след и что-то. Все. Подожди. Хорошо, мы сейчас не в Корсере, а даже в Хоумтауне, потому что мы изучали, что это будет и что место, что наследные следствия. Следствия. Случай. В видеоигре. Я не знаю, как будете знать, что должны возвращаться до Hometown, но это обязательно. Хорошо, продолжай. Нет, это не нужно говорить с ним. О, кто? А что делаешь?
О, извините, а вы пострадали? Что получил ранение, это ваше намерение, что убить меня? Извините, но вы джентльмены, такие persistent. Persistent, you keep trying and trying and trying, you don't stop. Такие убедительные, я так... Нина, стать хорошим, стай хорошим. И что и пойдем с нами. Мой босс хочет видеть тебя. Ау, ты меня ударил шоком. Шок, ты смолы. Да. Если ты не оставишь меня в покое. А в другой раз я не сдержусь. О, черт, мы будем возвращаться. Mm-hmm. Хорошо, выходите. Вау. Говоришь, это магическая школа магии. Я могу... изучите несколько трюков. Yes. Хорошо, пойдем тогда, Иван. Прежде того, мы не можем выходить на магическую школу, но сейчас это возможно. Он сказал, что я слышал несколько... Слухов. Что хулиганы собираются в горный Рако в Истоке. Как думаешь, Нина милая, но она немного... Это немного сложновато, чтобы сделать подход к ней. В этих дней были странные люди, идут в округе. Но это не это ваш. Это злая команда людей, называется Joker Gang. А вы грубы, когда разговариваете с людьми во время класса. Хорошо. Что-то осторожно. Остерегайтесь за злой души. За злых душев. Злых духов. Хорошо. Что будет? Библиотека магической школы. Люди в Индии, у них есть белые крылья. Но у Нины черные крылья. Необычно, правда? Isn't it? Нет. That's funny. Хорошо. Вверх по лестницу, пожалуйста, это будет... Сказали? Нет. How do you say that? Aforementioned. Мазгур. Упомянувший. Вот, упомянувшая Нина. Mm-hmm. Нина сказала, что, извините, Йозди, я околдала мою магию. А расскажи мне правду. Причину. В эти дни эта банда называется The Joker Gang. Был?
Извините. А вы будете научить нас немного магии? Иван и я возьмем их для вас. О, вы очень что мужественная девушка. Вы хотите изучать магию? Да, вы будете научить меня. Тогда я могу взять плохих парней. Нет, но это не способно. Это очень занимает много времени, чтобы научить кого-нибудь магию. Это не возглавляет, что они будут терпеть долго, ждут долго. О! Ха-ха-ха-ха, это правда. Мы не сдаемся, маленькая Нина, потому что ты очень милая. Твоя сестра Мина тоже милая, ха-ха-ха-ха. О, такая грязная, такой грязный вид. Я ничего не сделал пока, но если ты со мной не пойдешь, ты не знаешь, что будет происходить. Ха-ха-ха-ха. О. Сейчас, Нина, позволь нам взять тебя к твоей маленькой сестре. Что произошло? Они взяли Нину, сестру, маленькую сестру Нины в заключение. Если мы не сделаем ничего, Нина будет делать все, что они говорят. Они очень грязный крысы. Это сделает меня очень сердиться. Злит меня. Это очень злит меня. Я буду получить их сознание. Хорошо. Пойдем, Иван. Хорошо, пожалуйста, разговаривай с ним в другие комнаты. Ладно. Мы еще в учебне, и мы не можем околдать магию без несоответственности. На. Интересно, а у нас не было магии, как сейчас, когда я был молод. Йоджи, человек в другой комнате, очень хороший маг. Но он не популярен, потому что он дает слишком много домашних заданий. Что-то сказал еще. Ученица, пожалуйста, демонстрирует на меня. Один метод, чтобы пополнить магию, с методом что-то рот до рот. Губы к губам. А? Губы к губам.
губи к губам. О, хорошо, и поэтому этот студент хочет, что своя ученица демонстрировала на его. Хорошо, это достаточно для одной части. И в следующей части мы будем, мы должен это мой о. А, это Ханако. Я не знаю, что это может быть, это переводчик и не работа все. Хорошо, в следующий час, конечно же, это мое следующее подназначение, что пойти до горна Рако и спасти Дина и свою маленькую сестру Мина. Все доброго. До свидания.